Не одними Черкасами. Про пом'якшення карантину до 11 травня думають не лише в обласних центрах. Голови районів та об'єднаних громад Одещини виступають за послаблення низки карантинних обмежень відповідно до кількості інфікованих і підозр на COVID-19. На думку керівників місцевого самоврядування, не працюючий малий та середній бізнес може мати не менш руйнівні наслідки, ніж коронавірус. За 2-3 тижні жорсткого карантину центральна влада мала б розробити механізми запровадження гнучкого карантину. Для нас в первую очередь важна не политическая составляющая и не окрик начальника с Киева, с Одессы или еще откуда-то. Для меня, для того, чтобы принимать подобные решения, нужна объективная ситуация, не импульсивная, именно эпидемиологическая ситуация у нас в громаде. Если у нас будет 5-7 дней без новых случаев заражения, и мы получим негативные результаты и обследуем все контактные лица по уже выявленным случаям, то мы будем готовы к принятию подобного решения. То есть на территории города Тюмени мы бы разрешили работать в сфере услуг, естественно, со строгим соблюдением карантинных ограничений. Мы бы разрешили работать на вынос кафешкам. Якщо дотримання невеликими магазинами, кафе, перукарнями санітарних норм можна контролювати, то з ринками навіть у містах значно менше Одеси складніше. На думку мера Кілії, представники правоохоронних органів мають більш якісно стежити за виконанням усіх карантинних обмежень. Відповідальними повинні бути не лише підприємці, але й органи контролю. Якщо цим нехтувати, з карантину можна ще довго не виходити. Важно государству заниматься и выполнять свою функцию, чтобы мы не делали за них работу, которую должно делать государство. Какую работу должно делать государство? Есть полиция. У полиции есть полномочия. Почему полиция не выполняет, объективно не справляется с функциями контроля за теми принятыми ограничениями, в которых должен сегодня работать рынок? Да, конечно же, я могу идти, я иду на диалог с предпринимателями, мы со стороны городского совета осуществляем определенный контроль, но главное это полномочия у кого? У полицейских. Пожалуйста, пусть руководство страны, президент организуют эффективную работу полиции.